Всем привет! Сегодня будем вязать вот такие очаровательные следочки. Очень простые, как и другие следки на моем канале. Вяжутся на двух спицах, сшиваются по подошве и по пяточке. Полностью по пятке и на подошве шовчик. Вот такой красивый мысок здесь. Оформлен резинкой. Я вязала на спицах номер 3. И пряжа у меня была вот такая. НАКО Бэби Марвел. Пряжа плохая. Совсем она не бэби. В общем, она колючая, неприятная. И пока я вязала, мне все время хотелось почесать нос от нее. Вот, поэтому я ее на тапочки связываю. Детская я точно вязать из нее ничего не буду. Вот такой у нее метраж, просто чтобы вам примерно сориентироваться по размеру. 50 грамм в 130 метрах. Вот, моточек ушел как раз на пару следков. Хватило. И приступим к вязанию. Набираем на спице 99 петелек. Так как у меня спицы круговые, я люблю набирать на 2. Я вот так вот добавляю одну прямую спицу. И самым обычным способом набираем 99 петелек. И далее мы провяжем 21 ряд платочной вязкой. То есть вяжем все петельки лицевые. Первую кромочную я буду снимать, последнюю провязывать изнаночной петлей. Связали 21 ряд. Так как у нас нечетное количество рядов связано, получается, что мы свою работу переносим на изнаночную сторону. Я это делаю для того, чтобы потом вот у нас здесь будет шов. То есть вот этот край у нас будет соединяться швом. И с изнаночной стороны мне здесь больше нравится, как получается шов. Можете вязать 20 рядов, 21 ряд. Я сейчас скажу, сколько это в сантиметрах. Можете оставаться на лицевой стороне. В сантиметрах у меня, вот не натягивая полотно, получается 4,5 сантиметра. Ну, примерно 20 сантиметров получается, если я его сложу пополам. Так, что мы делаем дальше? С каждой стороны нам нужно будет отложить по 23 петельки, включая кромочную. С одной стороны и с другой по 23 петли. Мы их будем вязать, продолжать вязать платочным вязанием. А петли между ними, вот эти центральные петельки, будем провязывать резиночкой. Резинка у нас будет 3 на 2, 3 лицевых, 2 изнаночных. И перед резиночкой будем делать накид. И в конце резинки будем делать тоже один накид. Так, 23 петельки продолжаем вязать, как обычно. Кромочную снимаем. И еще 22 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 23 петельки провязано. Накид. И далее начинаем мы резинку вязать с лицевых петель. И ими же будем заканчивать. Вяжем 3 лицевые, 2 изнаночные. 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. И провяжем так. 1, 2, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 элементов у нас из лицевых петель. Или можно просто отсчитать. А с левого края 23 петли. 1, 2, 3, 4, так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 петелек, 23 петли. Поставить маркер и вязать резиночку до этого маркера. Подходим к маркеру. 2 изнаночных и 3 лицевые у нас для симметрии завершают резиночку. Дальше можно убрать его. Снова делаем накид и довязываем оставшиеся петли платочной вязкой. То есть все петли лицевые. И последняя кромочная петля у нас провязывается изнаночной петлей. Обратную сторону изнаночную мы провязываем по рисунку, так как смотрят петельки. То есть 23 петли мы также вяжем лицевыми. Дошли до накида, провязываем его скрещенной петлей, чтобы у нас дырочки не было. Скрещенной лицевой петелькой. И дальше у нас резинка, мы вяжем ее по рисунку. То есть у нас было 3 лицевых, 2 изнаночных, теперь у нас 3 изнаночных, 2 лицевые петли, 3 изнаночные, 2 лицевые. Довязываем ряд. Вяжем так еще 14 рядов. Провязали резиночкой 16 рядов. И теперь петли резинки в этом ряду мы будем сокращать. Для этого петли до резинки мы вяжем без изменений. Все лицевые. Накиды не делаем уже в этом ряду. И дальше сокращаем 3 лицевых петли вместе лицевой, 2 изнаночных петли вместе изнаночной, 3 вместе лицевой, 2 вместе изнаночной. И так сокращаем все петли резинки. Последние 3 лицевые резиночки, 3 вместе лицевой. И лицевыми довязываем ряд. Перешли на изнаночную сторону. Снова петли платочного вязания провязываем без изменений. Доходим до резиночки. Перед резинкой оставляем одну петлю не провязанной, и с этого момента закрываем петли центральной части, там, где у нас резинка была. 2 вместе лицевой, возвращаем петлю обратно на левую спицу. 2 вместе лицевой и накидываем петлю обратно налево. Итак, все петельки. Там, где была резинка. Количество петелек с обеих сторон должно быть одинаковым. Посчитайте, проверьте. Довязываем лицевыми ряд. Серединочка у нас вот такая вот получается, закрытая. И довязываем ряд лицевыми петлями. Затем мы замыкаем вязание вот в такое вот кольцо. Просто продолжаем вязать платочной вязкой, вот как оно есть, вяжем все петельки. Вот я дошла до места сокращений, провязываю последнюю петельку и сразу же перехожу к вывязыванию следующей петли. Вот. И просто вяжу дальше лицевыми. И довязываю ряд до конца. Продолжаем вязать лицевыми на ту высоту, которую мы хотим. Я провязала примерно рядов 8. получается 2 сантиметра. И вот так вот прикинула, что, ну, в принципе, меня такая высота устраивает. Буду закрывать петельки. Закрывать буду в изнаночном ряду, провязывая по 2 вместе лицевой. Закрываю петельки, ну, таким вот самым обычным способом. Не перетягиваем петельки. 2 вместе лицевой. И возвращаем эту петельку обратно на левую спицу. И таким образом закрываем все петельки. Закрыли петли и обрезаем ниточку. Оставляем такой достаточно длинный хвостик. Нам нужно будет зашить вот эти 2 стороны. Первым стежком я прошиваю вот эту самую такую вытянутую обычно петельку. Прошиваю ее за обе стеночки, просто чтобы соединить нам 2 стороны. А дальше мы будем цеплять только внутренние стеночки с одной стороны и с другой стороны. Кромочная петелька, мы берем за ту стеночку, которая ближе у нас к шву. И прошиваем так весь тапочек. Немного не дошила до конца, здесь будем немножечко по-другому зашивать. Будем стягивать по кругу, чтобы у нас шовчик в районе вот мыса был закругленный, не торчал уголочком, а закруглился. Для этого я внутренние стеночки петель наберу вот по этой окружности. Можно через одну петельку, потому что вяжу не очень толстой ниточкой. И здесь много петелек. Вот такая у нас дырочка, которую мы сейчас стянем. Так вот аккуратненько. Все, выводим ниточку наизнанку и закрепляем там. Обрезаем и прячем кончики. Выворачиваем и примеряем. Вот такие у нас замечательные следочки. На этом все. Не забудьте подписаться на канал, кто еще не подписан, поставить лайк, пишите комментарии. Понравилась вам такая модель, не понравилась? Всем пока!